حسين من دماغ مثل الطيور النورس نزلت يمك هالأملاك بحرت روحك ظليت ماوت يا حسين من دماغ مثل الطيور النورس نزلت يمك هالأملاك هذا يغطيك بجنحانة غاكي والنويان والشمس تسامح حتمنت زادت من مضمان الشمس تسامح حتمنت زادت من مضمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и приносим всем свои соболезнования в связи с трауром. Этот траур связан с гибелью внука посланника Аллаха, имама Хусейна, алейхиссалам. В связи с этим событием мы продолжаем цикл передач, посвященных данной теме. У нас в гостях вновь уважаемый наш гость, уважаемый шейх Курбан. Ассаламу алейкум, шейх Курбан. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Уважаемый шейх Курбан, мы на прошлой передаче с вами общались о том, что человек должен понимать, что этот путь, которым он следует, путь имама Хусейна и путь в общем всех непорочных, является сложным путем. Вы привели для этого несколько преданий, доказательств этому, и сказали о том, что не может быть такого, чтобы человек жил в комфорте, следуя за человеком, который перенес большие трудности. И это мы видим из аятов, из хадисов, что путь веры является сложным путем. Могли бы вы продолжить одну тему? Ауду биллахи минаш шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихи настаин, ва хуа хайру насирин ва муин. Вассалату вассаламу аля сайдил анбияи валь мурсалин, ва аля алихи ат-тайибин ат-тахирин аль-маасумин, ва ла'нату ад-даимату аля адаихи маджмаин, иля кьяуми йоуми ад-дин. Я приветствую дорогих телезрителей Ади ТВ 3. Мы на предыдущих наших встречах очень довольно-таки долгое время говорили о том, что есть сопровождение правдивых, которому призывает и которое, которым обязывает Всевышний своего раба. И говорит в священном Коране «Вакуну ма ас-садикин» – «Будьте с правдивыми». Мы решили посмотреть, какие же имеются здесь условия, на поговорить о важнейших условиях и с позволения Бога в будущем поговорить о важнейших препятствиях, которые встречаются на пути. Потому что мы, как говорили на предыдущей встрече, очень много было в истории людей. Это на самом деле печально, это на самом деле должно для нас быть сигналом опасности, что в предыдущие века были люди, которые начинали сопровождать непорочного, и сопровождали они с величием, с достоинством, и сопровождали с невероятными достоинствами, с невероятнейшими достоинствами, с достоинствами, которые многим из нас, не то что многим из нас, а большинству, абсолютному большинству из нас просто-напросто недоступно, о которых мы можем только мечтать. Но при этом мы видим, что они в какой-то момент сворачивали с пути в другом направлении. Есть примеры из начала пророческой миссии, когда одним из первых мусульман, которые поддержали его светлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, были Тальха и Зубейр. Эти люди, которые входили в число первых 50 мусульман. А что означает первые 50 мусульман? Это те люди, благодаря которым, благодаря стойкости, благодаря выносливости и терпеливости и стойкости и крепости которых ислам
распространился, ислам распространился сначала на Аравийский полуостров, а потом на весь остальной мир, на многие соседние страны и так далее. То есть это люди, на которых зиждется начало распространения ислама, начало проповеди ислама. 50 человек, вот эти первые 50 человек, среди которых были, они претерпели трудности, они претерпели большие трудности, они многое вынесли. А мы посмотрим на то, чем они закончили свою жизнь. Итог был печальный. Какой был итог? Итог был более чем печальный. Более чем печальный, к величайшему сожалению. А здесь есть причины, это было не просто так. Здесь были причины, здесь не были соблюдены условия сопровождения непорочного. Изначально или в конце? Условия. В какой-то момент перестали соблюдаться. То есть в какой-то момент перестали соблюдаться эти условия. В какой-то момент они столкнулись с препятствиями, которые помешали им дальше двигаться. Эти препятствия очень часто, в большинстве случаев, незаметны нам. То есть мы продвигаемся по этому пути. Мы идем с имамом, по крайней мере, стараемся идти с имамом, но в какой-то момент сталкиваемся с препятствием или перестаем соблюдать то или иное условие, но при этом сами не обращаем на это внимания. Это наша ошибка. То есть мы не обращаем на это внимания. Мы в какой-то момент начинаем оправдывать то или иное свое отступление от сопровождения. Имам ушел, мы остаемся. Или бывает так, что мы обгоняем имама. Не сказано, направляйтесь туда, куда идет правдивый. Сказано, будьте с ними. Это значит, что нельзя его обходить. Нельзя быть впереди него, нельзя быть позади него. Нужно быть именно с ним. И это отступление свое, мы, к сожалению, конечно, есть и те, кто вовсе не замечают этого. Это тоже бедствие, это тоже беда, что не замечают, что отступились, что они уже за ручку держатся с аимматуль-джоур, с имамами несправедливости, имамами гнета, которые яд-уна или ан-нар, как сказано в Священном Коране, зовут, ведут человека в ад. Имам хочет поднять человека к свету Бога, к свету Аллаха, хочет приблизить его к Богу вместе с собой. С собой хочет его поднять. А имамы несправедливости хотят его низвергнуть на дно ада. Человек в какой-то момент перестает просто замечать, что он уже просто формально является спутником имама. Он формально, он на словах сопровождает имама, а на деле он уже совсем другой. Он уже движется совершенно в другом направлении. Поэтому нам необходимо обратить внимание на эти условия и на эти препятствия, с которыми человек на этом пути может столкнуться. И в связи с этим мы говорили о том, что необходимо осознать, что мы сопровождаем людей, которые противостоят гнету и несправедливости, противостоят мировому гнету и несправедливости. И поэтому против них подготовлены и вооружены не только в военном смысле, и во всех остальных смыслах. Это и философия, и это мысли, и это расчет, начиная со всех отраслей, со всех областей человеческой жизни, начиная с гуманитариев и заканчивая всеми остальными областями человеческой жизни. Все в жизни человека, любая область человеческой жизни, в любой области человеческой жизни эти имамы несправедливости предлагают нечто альтернативное тому, что предлагает имам. То есть нельзя быть спутником имама только в молитве, только в дуа, только в зиаратах, ездить в Кербелу, ездить еще, держать пост и так далее,
с уважением произносить имя имама и так далее и тому подобное, но при этом быть сторонником тех идей. То есть мы иногда порой эти идеи ведь не противопоставляем исламу, мы даже не понимаем порой, что это идея, и это мысль, и это состояние духа, которое подготовлено аиммат-уль-джоур, имамами несправедливости, имамами гнета для того, чтобы противостоять имамам наставления и света. Поэтому первейшим условием является то, чтобы человек понимал, за кем он следует. Но можно ли сказать, что, допустим, Зубейр и Талха не понимали, за кем они следуют? К сожалению, очень сложно такое утверждать, потому что они столкнулись скорее с препятствием, нежели не соблюли условия. Они столкнулись с препятствием, через которое не смогли перешагнуть. Но мы, с позволения Бога, об этих препятствиях также поговорим. То есть они понимают, не последуют своему пониманию. Как? То есть они понимают, кто является имам, не последовали за своим пониманием, своим разумом. Последовали, наверное, за своими страстями. И... Дело в том, что... Нафсом, так сказать. Дело в том, что... Понимание, недостаточно понимание является условием, то есть это первый шаг на этом пути. Понимание – первый шаг, но то есть недостаточно просто понимать, нужно еще и проявить волю. К чему? К тому, чтобы действовать согласно своему пониманию, потому что мы иногда прекрасно понимаем, например, что та или иная вещь вредна. Многие люди понимают, что, например, какие-то вещи, табак вреден, например, к примеру. Люди понимают ведь, что табак вреден. Они убеждены, что табак вреден для них. Или что... Доказать это даже могут. Да и доказать могут. Они убеждены, что алкоголь вреден для них. Но при этом у них нет воли к отказу от этого. У них нет достаточно воли, они не проявляют воли. То есть здесь недостаточно просто понимать, нужно и волю проявлять. Поэтому понимание является первым шагом. Человек должен понимать, как говорит его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, «Ла ястакмилу ахадун аль-имана, хатта я арифани». Никто не может быть совершенен в своей вере до тех пор, пока не познает меня таким, каким я есть. Биннурания. То есть посредством света. Это не просто понимание, которое приобретается через зрение, через другие органы чувств. Это совершенно другая категория пониманий. То есть здесь нужно очистить свое сердце. И поэтому Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, говорит, обратите внимание, он говорит, когда он познает бихадахил ма'рифа, то есть таким образом, когда меня познает, факад имтаханаллаху кальбаху лил иман, ва шараха садраху лил ислам. Если он уже познал меня таким, какой я есть, познал халифа Аллаха на земле, то значит, он уже был испытан. То есть нужно пройти испытание, нужно перешагнуть через какие-то препятствия, чтобы познать имама таким, какой он есть. То есть нужно пройти определенные испытания. А когда ты останавливаешься перед испытанием, когда ты не можешь, сворачиваешь, обходишь эти испытания и присоединяешься к имамам несправедливости и гнета, то это понимание теряется. В этом отношении, да. В этом отношении можно сказать, что эти сподвижники посланника, величайшие, обратите внимание, сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, они в какой-то момент, возможно, потеряли это понимание. Потеряли, когда столкнулись с испытаниями и не прошли,
не прошли эти испытания. Уважаемый шейх Гурбан, если вы не против, мы прервем небольшую паузу. Иншаллах. Уважаемые наши телезрители, оставайтесь с нами. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и продолжим данную тему. ودعتك الله يا جسد حامي الضعيف ساقوا مطايانا العدا هو مشينا ودعتك الله يا جسد حامي الضعيف ساقوا مطايانا العدا قوة مشينا Уважаемые наши телезрители, мы прервались на небольшую паузу, до которой говорили о познании непорочного имама. Уважаемый шейх Гурбан, вы затронули очень интересную тему, что привели пример из истории, где люди познали имама, но это было всего лишь одним из условий того, чтобы они стали на пути истины. Также можно перейти к другим условиям, или пока мы разбираем первое условие. Мы говорили о том, что это дело является сложным. То есть следование и сопровождение непорочного и халифа Аллаха на земле является делом сложным. И мы приводили в связи с этим предание от Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, от имама Бакир, алейхиссалату вассалам, которые говорят, что, которые сказали, что имам Али, алейхиссалату вассалам, говорил «Инна амрана саабун мустас абун». لا يحمله إلا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. То есть наше дело является сложным, и никто не может переносить это сопровождение имама, кроме как верующего раба, который был испытан, который прошел эти испытания, прошел искушения, прошел эти трудности и достойно прошел это испытание. Или имам Бакр, алейхиссалату вассалам, говорит, что всего лишь три группы. Три группы творений Аллаха могут быть с имамом, могут быть с халифом Аллаха. Он говорит, «Инна хадисана». Это, кстати, имам Бакр, алейхиссалату вассалам, передает слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что его светлость сказал, «Инна хадиса али Мухаммад, саабун мустас абун». لا يؤمن به إلا ملك مقربون. То есть речи семейства посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям является делом сложным. Никто не уверует в эти речи, кроме приближенных ангелов, ау набиин мурсалун, или пророка, посланного Аллахом, ау Абдун имтахан Аллаху кальбаху лил иман, или раба Аллаха из числа джиннов и людей, которые были испытаны и прошли эти испытания. Или же имам Садик, алейхиссалату вассалам, в предании, которое дошло до нас в Усуль-Кафи, говорит «Инна хадиса али Мухаммад саабун мустас абун ла яхтамилуху илля судурун мунира». Судурун мунира. То есть речи семейства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, являются
сложными. То есть сопровождение этих людей и вера в этих, перенесение «ля яхтамилюху», никто не может переносить эти речи. То есть человеку, обычному человеку, легче пойти за философией, за идеей, за идеологией какого-нибудь подонка, какого-нибудь угнетателя, потому что это для него комфортнее, это создает ему комфорт. Он, ему комфортнее это, ему легче, чем переносить справедливость, которая исходит из уст имама. Ему легче это. И это на самом деле и в жизни мы, то есть и на практике это доказано, это не просто предание. Мы в этом убеждены. Мы, проживая свою жизнь, там или тут встречаем огромное количество людей. И большинство людей, к сожалению, такие, что они к несправедливости и к чему-то низкому стремятся больше, чем к чему-то величественному, достойному и высокому. Ему легче быть сторонником Муавии, и он будет его сторонником. Муавии, который является имамом, являясь предводителем угнетателей. Сегодняшние угнетатели всего лишь ученики Муавии. Они не являются чем-то отдельным от него. Он заложил основы. Эти люди, враги Ахль-Бейт, алейхим салату вассалам, заложили основы разрухи и гнета. Заложили основы. И сегодняшние их последователи, они являются мелкими по сравнению с ними. Точно так же, как и имамы. Как сказано в Зиарат Джамия Аль-Кабира, Аль-Джамиат Аль-Кабира, имам Хади, алейхиссалату вассалам, говорит: «Аркан Аль-Билад, Анасир Аль-Абрар, Дааим Аль-Ахьяр». Эти слова не являются преувеличением ни в коем мере, ни на йоту, ни на грамм, ни на долю не являются преувеличением слова имама Хади, алейхиссалату вассалам, который говорит «Аркан аль-билат», обращаясь к имамам, говорит о основании и фундамент цивилизации. Потому что все хорошее исходит именно от них, они заложили основу всего хорошего. Понимаете вы этого или не понимаете? Это слова непорочного. Он ведает, он вещает истину. И точно так же, как они заложили основу всего хорошего, точно так же Все плохое было заложено их врагами, теми, кто противостоял им. И поэтому имам Хади, алейхиссалату вассалам, говорит: «Анасир аль-Абрар, о те, из чего состоит добро, вадааим аль-Ахьяр, о те, которые являются опорой добродетелей». То есть все те, кто являются добродетелями, все те, кто являются абрар, их опорой, их элементарные частицы являются именно имамы. Анасир аль-Абрар. Они заложили основу всего доброго, всего хорошего. Но при этом человек так устроен. Человек, и этот мир так устроен. Это дунья. Аль-хаяту дунья. То есть эта жизнь так устроена, что с точки зрения этой жизни, именно с материальной жизни, легче идти за угнетателем. Комфортнее. Можно ради него оправдать очень многое. Ради того, чтобы быть в комфорте, можно многое оправдать. И поэтому имам Садик, алейхиссалату вассалам, говорит в этом предании, говорит, что никто не может переносить учение семейства посланника Аллаха, саллаллаху. Это сложно. То есть также нужно понимать, что тем огромное большинство, множество тех, кто на словах являются сторонниками учения этого, учения семейства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, они доделают это свое дело, не доводят до дела. Остается все это на словах. Дальше не доводят, большинство не доводят. Очень малое количество людей, которые доводят. Да. И если мы видим какое-то достоинство в этой массе людей, которые являются последователями непорочного семейства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то мы должны понимать, что это благодаря этим имамам, этим людям. Они сумели эту массу, эту толпу поднять на эту вершину. Они сумели через свою жизнь, через свою борьбу, в том числе и
имам Хусейн, алейхиссалату вассалям, через события Кербелы сумели вытянуть их из дна, в котором находится все остальное человечество. И поэтому имам Садык, алейхиссалату вассалям, говорит: «Инна хадиса али Мухаммад саабун мустас абун, ла яхтамилуху илля судурун мунира». Никто не может выносить это учение, кроме тех сердец, которые освящены светом Аллаха, судурун мунира, ва ахлакун хасана, или тех людей, то есть это одна категория людей, вторая категория людей, это те, которые обладают прекрасным нравом, ахлакун хасана, то есть те, которые обладают прекраснейшим нравом. И третья категория людей, согласно этому преданию, согласно словам его святости имама Садика, алейхиссалату вассалам, это кулубун салима, это сердца, которые не поражены болезнями. Кулубун салима, то есть сердца, в которых нету болезней, нету душевных болезней, то есть учение семейства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, может быть воспринято только освященными светом Аллаха сердцами, которые чисты от болезней, от недугов, то есть от, как, например, в священном Коране говорится, у кого есть болезнь в сердце отношении того человека, который, например, возжелает чужую женщину, например, то есть чтобы принять учение семейство посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, человек должен быть освящен, его сердце, шараха лаху садраху, у него должен быть широкая душа, должна быть его грудь должна быть распахнута, как сказано в священном Коране, как говорит Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, его сердце должно быть здорово, он должен быть свободен от болезней сердца и должен обладать прекрасным нравом. Почему? Потому что то есть это все говорит о том, что это дело сложное. Эти все предания, я опять-таки повторюсь, я говорил ранее об этом, переданы огромным количеством передатчиков и через множество цепочек передатчиков. Имам Али, алейхиссалату вассалам, говорил эти слова. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил эти слова. Имам Багр, алейхиссалату вассалам, имам Садик, алейхиссалату вассалам. Имамы раз за разом повторяли это. И поэтому человек, отправляясь в этот путь, должен готовиться к чему-то тяжелому. Должен готовиться к тому, чтобы пройти испытания. «Имтахана Аллаху кальбаху лиль иман». То есть те испытания, через которые Всевышний будет испытывать его веру. Иначе человек не способен, его сердце не способно осветиться, его сердце не способно, кроме как через испытания, через эти трудности, не способно избавиться от болезней и обрести прекрасный нрав. То есть не способно пройти эти испытания. Уважаемый шейх Гурбан, спасибо, что вы приходите спасибо. В нашу студию, рассказывайте нам, передайте хадисы от наших непорочных. Мы благодарим вас, иншалла, будем ждать на следующей передаче. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ва алейкум ассаламу ва рахматуллах ва баракату. Уважаемые наши телезрители, к сожалению, наша передача подошла к концу. На этом я с вами вынужден попрощаться. Иншалла, что эти предания вы запомните и будете следовать этим преданиям. А на этом я с вами вынужден попрощаться. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. حسين من دماغ مثل طيور النورس نزلت يمك هالأملاك وفرج روحك ضيع